Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Үкіметтің кезекті отырысын бастаймыз. Бүгін күн тәртібінде екі мәселе бар. Бірінші, мемлекет пен үкіметтік емес ұйымдардың арасындағы байланыстардың негізгі бағыттарын қарайтын боламыз. Бұл бағытта біршама жұмыстар атқарылуда. Бүгінгі таңда қоғам институттары өмірдің көптеген саласына, әсіресе әлеуметтік маңызы бар жобаларға белсенді атсалысып отыр. Екінші сұрақ бойынша еліміздегі көмір өнеркәсібінің даму мәселесін қарайтын боламыз. Жұмысымызды бастайық. Бірінші сұрақ бойынша сөз дін істері және азаматтық қоғам министрі Нұрлан Байзақұлы Ермекбаевқа беріледі. Құрметті Бақытжан Әбдірұлы, отырысқа қатысушылар, үкіметтік емес сектор әлеуметтік мәселелерді шешудегі және азаматтық бастамаларды жандандырудағы мемлекеттің сенімді әріптесі. Тәуелсіздік жылдарында Қазақстанда азаматтық форум, әлеуметтік жобалар жәрмеңкелері, бейресми кездесулер секілді әріптестіктің оң тәжірибесі мен жақсы дәстүрлер қалыптасты. Соңғы 10 жыл ішінде тіркелген үкіметтік емес ұйымдар саны 3 есеге өсіп, 18 мыңды құрап отыр. Мемлекеттік әлеуметтік инвестиция көлемі 13 есеге артқан. Іске асырылған жобалардың саны 14 мыңнан астам. Жыл сайын мыңнан астам ұйымдар әлеуметтік қызметтерді атқарады. Азаматтық секторда 28 мыңнан астам адам жұмыс істейді. 2015 жылы үкіметтік емес ұйымдар мен мемлекеттің өзара іс-қимылын дамыту жөніндегі 2016-2020 жылдарға арналған ұлттық жоспар қабылданды. Гранттар мен сыйақылар сияқты қаржыландырудың жаңа тетіктері енгізілді. Гранттық қаржыландыру операторы ретінде азаматтық бастамаларды қолдау орталығы құрылды. 2016 жылмен салыстырғанда 2017 жылы гранттарға бөлінген қаражат көлемі 3 есеге, ал тақырыптар саны 4 есеге көбейген. Уважаемые коллеги, отмечу приоритетные направления взаимодействия государства и НПО. Первое. Реализация совместных проектов и повышение устойчивости. В социальных проектах особенно важен учет потребностей отрасли и населения. Анализ показывает недостаточное участие центральных госорганов в реализации социальных проектов. Отдельные из них вовсе не работают с НПО в рамках госсоцзаказа. На местном уровне госсоцзаказ в основном реализует лишь управление внутренней политики либо социальной сферы. Это говорит о том, что некоторые госорганы до сих пор не осознали важности и пользы взаимодействия с НПО. На самом деле именно взаимодействие с гражданским сектором позволяет знать настроение общества и держать руку на пульсе. В свою очередь, сами НПО нередко отмечают ненадлежащее качество оказываемых ими услуг, нездоровую конкуренцию и даже демпинг за счет качества. Следует активно привлекать к партнерству бизнес. Безусловно, бизнес участвует в реализации социальной политики, но уровень недостаточен. Например, только 17% экспертов НПО позитивно оценили взаимодействие с бизнесом. Отсюда необходимость выстраивания эффективного трехстороннего сотрудничества. Именно в партнерстве с НПО бизнес мог бы раскрыть свою социальную роль. Организацию грантов для НПО от бизнеса готов взять на себя Центр поддержки гражданских инициатив. Важно организовать на местах мониторинг участия бизнеса в социальном партнерстве с НПО. Притоку новых лиц и профессионалов в гражданскую сферу будет способствовать принятый недавно закон о волонтерской деятельности. Второе. Систематизация практик деятельности НПО. В 2015 году создана база данных НПО. Это позволит знать их потенциал и возможности. Следует отметить слабую наполняемость этой базы. В ней представлены лишь 2500 организаций. В то же время гранты и премии могут получить лишь НПО, зарегистрированные в этой базе. Сегодня мы занимаемся усилением информационно-разъяснительной работы, чтобы привлечь НПО к регистрации в базе данных, и просим государственные органы, особенно на местах, активнее включиться в данный процесс. Сейчас осуществляется перевод базы данных в электронный формат. Для окончательного ее введения в действие потребуется дополнительное финансирование до 50 миллионов тенге в этом году.
Работа с базой данных актуализировала проблему и бездействующих НПО, которых, по данным акиматов, насчитывается 9 тысяч. В качестве возможного решения экспертами предлагается проведение Министерством финансов добровольной амнистии этих недействующих организаций. Третье. Совершенствование механизмов системного диалога между государством и гражданским сектором. Потенциал вовлечения НПО в процесс принятия решений реализуется не в полной мере и нередко формально. Дефицит диалога проявился при проведении выборов в общественные советы. По оценкам самих НПО, недостаточная представленность активных общественных организаций, СМИ, молодежи привела к тому, что на заседаниях общественных советов не всегда поднимаются вопросы, реально волнующие население. Результаты опросов НПО свидетельствуют о недостаточном уровне информационно-разъяснительной работы по принимаемым законодательным мерам. Об этом заявил каждый второй из числа НПО. Уважаемые коллеги, в целях решения вышеназванных задач предлагается осуществить ряд системных мер. Активнее вовлекать НПО в процесс формирования тематики проектов на основе изучения и анализа потребностей регионов, целевых групп и предложений общественных советов. Расширить тематику социальных проектов в соответствии с компетенцией госорганов. Министерством планируется разработать четкие правовые механизмы формирования, мониторинга и оценки результатов социальных проектов и стандартизации услуг НПО. Готовятся изменения в правила предоставления грантов. Предлагаем, чтобы центральные госорганы участвовали в формировании тематики и объемов финансирования. Местные исполнительные органы необходимо наделить правом грантового финансирования для региональных НПО. Для широкого вовлечения бизнес-сообщества предлагается создать трехстороннюю площадку государства, бизнеса и НПО, например, под названием АСАР. Этот форум проводить ежегодно в разных регионах страны. Устойчивость НПО в малых городах и селах видится через организацию деятельности там информационно-ресурсных центров. По мнению экспертов НПО, имеется необходимость создания в областных центрах, городах Астана, Алматы, консалтинговых центров, которые предоставляли бы широкий спектр услуг и помещения для работы НПО и инициативных граждан. В этой связи предлагается акиматам изыскать возможность предоставления пустующих помещений для открытия гражданских центров по принципу одного окна. Такой положительный опыт имеется в Кустанайской области. Координация деятельности таких центров возможна со стороны Центра поддержки гражданских инициатив. В правительстве предлагаем проводить совещания с участием НПО по отраслевому принципу. И надо сказать, что определенная работа в этом направлении начата. Центральным государственным органам рекомендуется шире практиковать встречи с своими отраслевыми НПО во время поездок в регионы. Как показали встречи на местах, деятельность общественных советов нуждается в единой площадке. И в этой связи просим поддержать предложение о проведении первого республиканского мажилиса общественных советов в этом году. Құрметті Бақыжан Абдырұлы, жоғарыда баяндалған соңғы азаматтық форумда талқыланған мәселелердің жиынтығы. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимылдың жаңа тетіктерін іздестіруге ұдайы көңіл аударып отырады. Бүгінгі таңда мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру, әлеуметтік аудит өткізу, жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту және тағы көптеген шараларда үкіметтік емес ұйымдардың әлеуетін толық пайдалану қажет. Осы орайда ұсыныстарымызға қолдау көрсетуді сұраймыз. Назар аударғандарыңызға рахмет. Рахмет, баяндамашыға сұрақтар бар ма? Отырыңыз, келесі сөз Тамара Қасымқызына беріледі. Дүйсенова. Құрметті Бақытжан Әбдірұлы, құрметті әріптестер, денсаулық сақтау және әлеметтік даму саласында өкіметтік емес ұйымдармен бірнеше бағыттар бойынша өте тығыз жұмыс алып барудамыз.
2009 жылы өмірлік қиын жағдайда тап болған 1,5 мың азаматқа 4 үкіметтік емес ұйым ауысымды түрде қызмет көрсетіп, республикадан бөлінген қаржы небары 164 миллион теңге болатын болса, өткен жылы 6 мыңнан аса өмірлік қиын жағдайға тап болған азаматтарға 100-ден аса үкіметтік емес ұйымдар жыл бойы қызмет көрсетіп, оларға қарастырылған мемлекеттік тапсырыстың көлемі 703 миллион теңгеге жетті. В настоящее время активная работа с неправительственными организациями проводится в нескольких направлениях в сфере здравоохранения и социально-трудовой части. Первое и очень важное направление – это размещение государственного заказа на оказание специальных социальных услуг для лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сегодня более 100 неправительственных организаций оказывают специальные социальные услуги гражданам разных возрастов, что позволило, во-первых, обеспечить нам право выбора гражданам, находящимся в этой ситуации, получать услугу в государственном секторе или же неправительственных организациях. Во-вторых, благодаря совместному партнерству с неправительственными организациями мы смогли ликвидировать очереди в детские и психоневрологические дома-интернаты. В 2009 году, Бахтиян Абдирович, у нас в очереди в эти дома-интернаты стояли более 700 детей, то сегодня этих очередей нет. И кроме того, очень важный результат, 626 детей из домов-интернатов вернулись в семьи, и 693 матери работ сегодня были трудоустроены. Эти дети сейчас получают специальные социальные услуги у себя в семьях, находясь в местах, на местах, где они проживают. Они получают их в дневных стационарах, открывшихся медико-социальных учреждениях при неправительственных организациях, в городских, районных центрах социального обслуживания и даже в отделениях социальной помощи на дому, где вовлечены неправительственные организации. Еще один пример работы СНПО – это услуги инватакси, предоставляемые непосредственно общественными объединениями инвалидов. Сегодня в стране функционируют 13 служб инватакси с автопарком 183 машины. В 2016 году услугами этих организаций воспользовались более 35 тысяч лиц с ограниченными возможностями. Ну, таких у нас примеров очень много. Сегодня, кроме этих услуг, с НПО работаем по оказанию социальных услуг одиноким пожилым людям, лицам, освободившимся из мест лишения свободы, лицам, пострадавшим от бытового насилия и другим категориям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно для вовлечения неправительственных организаций на оказание специальных социальных услуг из республиканского бюджета выделяется более 1 миллиарда тенге. В бюджете на следующие 3 года предусмотрены 3,8 миллиардов тенге, и работа в этом направлении будет продолжаться. Следующим важным направлением является поддержка стартап-проектов неправительственных организаций. С 2013 года ежегодно проводится выставка лучших социальных проектов, реализуемых неправительственными организациями в Казахстане. Участниками проектов за этот период стали 83 неправительственных организаций. Из них 41 сейчас получили поддержку в виде госзаказа, 18 получили гранты и 40 получили поддержку отечественных предпринимателей. Хотела бы привести пример проекта Елдоса Байлышбаева. Это Алматинская область, это молодой человек, являющийся инвалидом первой группы. В 2014 году его проект занял первое место. За эти годы он получил государственный заказ из государства, выиграл гранты и после поддержки отечественных предпринимателей создал свой реабилитационный центр. И в этом реабилитационном центре ежегодно сегодня получает 260 человек услуги, именно имеющие ограничения в передвижении. Третье направление – внедрение института внештатных советников по делам инвалидов, которые на сегодня назначены во всех регионах страны. Их число достигло уже 37 человек. Такой институт среди стран СНГ введен только в Казахстане. Их задача не только определение приоритетов при разработке и реализации региональных программ, но и организация общественного мониторинга. Начиная с 2014 года, Бахтиян Абдирович, мы начали паспортизацию социальных объектов, обеспечение их адаптации, чтобы было доступно лицам с ограниченными возможностями. Сейчас уже в течение этих лет 11 тысяч объектов были адаптированы. Вот мониторинг этих объектов, насколько они доступны, проводят сами общественные организации и ежегодно представляют ее в СМИ, представляют ее в общественном
общественных советах. Только в прошлом году их силами были проведены 306 объектов и 232 организации, как государственных, так и частных, подверглись предписаниям соответствующих органов. Еще одно важное направление – это вовлечение неправительственных организаций в разработку и обсуждение нормативно-правовых актов касательно оказания специальных социальных услуг и здорового образа жизни. В настоящее время у нас созданы и успешно работают 4 совета. Координационный совет в области социальной защиты инвалидов при правительстве РК уже 11 лет работает. Несколько законов, которые мы сегодня работаем, в том числе закон о специальных социальных услугах, непосредственно являются результатом нашей совместной работы. Национальный координационный совет по охране здоровья при правительстве. Координационный совет по борьбе с наихудшими формами детского труда. Благодаря работе этой координационного совета с 2013 года Международная организация труда признана искоренение в Казахстане применения детского труда в табаководстве. И Общественный совет по вопросам здравоохранения и социального развития, действующий с 2006 года в соответствии с законом об общественных советах. Вот такие направления нашей работы с неправительственными организациями. В целом, значит, мы сейчас на этот год и с учетом средств, которые выделены, хотим расширить нашу работу совместно с неправительственными организациями в части информационно-разъяснительной работы, как по вопросам медицинского страхования сейчас, которые мы ведем, так и по социальной политике, которая сейчас, значит, принята и будет реализовываться в последующие 3 года. У меня все. Спасибо за внимание. Рахмет, отырыңыз. Келесі сөз Дәурен Әскербекұлы Абаевқа беріледі. Құрметті Бақытжан Абдырұлы, құрметті әріптестер, мемлекеттің шешімдер қабылдау процесіне азаматтық қоғамның барынша атсалысуының басты шарттарының бірі олардың мемлекетті қызметтен жан-жақты хабардар болуы екені белгілі. Сондықтан да мемлекеттік органдағы ақпаратты қол жетімді болуына жағдай жасауды ақпарат және коммуникациялар министрлігі өз жұмысының негізгі бағыты ретінде қарастырып отыр. 2015 жылғы 16 қарашада ұлт жоспарының 94 қадамын орындау мақсатында ақпараттық қол жеткізу туралы заң қабылданды. Бұл мемлекеттік биліктің барлық тармақтарының ақпараттық ашықтығы мәселелерін реттейтін негізгі нормативтік акт. Сондықтан министрлік аталған заңның толыққанды орындалуы үшін бірқатар шараларды жүзеге асыруда. Прозрачность и подотчетность деятельности государственных органов – один из важнейших факторов общественного доверия к институтам власти. В этом ключе принципиальное значение имеет реализация закона о доступе к информации. В рамках его исполнения министерством принимаются следующие меры. Первое. На сегодня сформирована основная подзаконная нормативная база, в рамках которой в том числе создана и активно работает комиссия по вопросам доступа к информации. В комиссии широко представлен неправительственный сектор, обеспечивающий общественный контроль и методическое сопровождение реализации закона. Второе. В целях разъяснения норм закона среди населения в 2016 году проведен цикл семинаров для госслужащих, представителей органов местного самоуправления, НПО и журналистов. Разъяснительная кампания ведется в сотрудничестве с международными и казахстанскими НПО, Адлисос, Интерньюс Казахстан, Правовой медиацентр, ПРООН, ОБСЕ и другие. Үшінші, министрлік ақпаратқа қол жеткізу заңы нормаларының жүзеге асырылуын үнемі назарда ұстауда. Осылайша, орталық және жергілікті атқарушы мемлекеттік органдардың интернет ресурстарында заңның 16-шы бабымен қарастырылған 52 индикатордың болуына тұрақты түрде мониторинг жүргізілуде, оның нәтижесі бойынша мемлекеттік органдарға тиісті ұсынымдар берілуде. Айта кету керек, 2017 жылғы 1 қаңтарда мемлекеттік органдар алқаларының отырысына қол жетілімділікті және парламент палаталарын мен жергілікті өкілді органдардың ашық отырысын, сондай-ақ мемлекеттік органдардың жыл қорытындысы жөніндегі алқаларын интернет ресурстарда онлайн трансляциялауды қамтамасыз ету нормасы күшіне енді. Четвертое. Обеспечено функционирование 5 интернет-порталов открытого правительства. К настоящему времени на портале «Открытый НПА» размещено более 7500 проектов нормативно-правовых актов, в том числе законопроектов и стандартов госуслуг. Общественное обсуждение проектов НПА на данном портале является обязательным условием для принятия нормативных актов, затрагивающих права и интересы граждан. На портале «Открытые бюджеты»
Опубликовано более 2000 материалов, а также более 6000 проектов бюджетных программ для публичного обсуждения. На портале «Открытые данные» опубликовано более 2000 наборов данных, разработано и размещено для скачивания 21 мобильное приложение и сервисы. В 2016 году посредством блок-платформы портала «Открытый диалог» даны ответы на 9500 обращений граждан. Также к блок-платформе подключены местные исполнительные органы для обеспечения оперативного решения наиболее острых социально значимых проблем. В 2017 году запущен портал «Оценка эффективности деятельности государственных органов». На нем будет размещаться информация об итогах оценки деятельности госорганов, отчеты о достижении целевых индикаторов, стратегических планов и программ развития территории. Необходимо актуализировать информацию на интернет-порталах открытого правительства. Мы этим совместно с госорганами занимаемся. Хочу обратить внимание, что с этого года в рейтингах государственных органов будет учитываться соблюдение требований закона о доступе к информации в части наполняемости интернет-ресурсов госоргана, а также порталов «Открытые НПА» и «Открытые данные». Хотел бы вкратце обрисовать общую ситуацию по информационному освещению деятельности НПО в Казахстане и их взаимодействие с государством. Так, в рамках специальных тематических линий за прошедший год в республиканских и региональных средствах массовой информации вышло более 13 тысяч материалов и сюжетов по заданной тематике. Работа в данном направлении будет продолжена. Спасибо за внимание. Рахмет, отырмыз. Енді азаматтық қоғам өкілдерінің пікірін тыңдайық. Сөз Қазақстанның азаматтық альянсы қауымдастығының президенті Нұрлан Кенжебекұлы Ерімбетовке беріледі. Құрметті Бақытжан Әбдірұлы, құрметті үкімет мүшелері, барлығыңызға рахмет. Бүгін мына үкіметтік емес ұжымдардың мәселесін осындай жоғарғы деңгейде қарап отырғандарымыз, бүгін талқылап отырғандарымыз, бұл меніңше барлығымызға, әсіресе мына менің әріптестеріме үлкен алға басушылық. Рахмет. Гражданский альянс Казахстана — это самая крупная сеть неправительственных организаций, объединяющая по всей стране более 500 НПО. Альянс создан по инициативе главы государства в 2005 году и играет заметную роль в процессе демократических преобразований. Вместе с тем, Гражданский альянс сталкивается с рядом острых проблем. В первую очередь, это нехватка финансирования, а значит, невозможность менять ситуацию на местах, в регионах, воплощать в жизнь реформы, предполагаемые руководством страны. Во-вторых, на сегодня принят ряд законов, которые позволяют вовлекать наших граждан в принятие решений, но гражданский сектор не умеет, а порой и не знает, как этим пользоваться. К тому же государственные органы игнорируют помощь НПО в выработке этих решений и распространении информации среди граждан. В-третьих, наблюдается значительный разрыв между центром и регионами. Если в городе Астана и Алматы и в региональных центрах работа НПО налажена, то ситуация в малых населенных пунктах очень неудовлетворительная. В последнее время мир меняется с бешеной скоростью, наступил финансовый кризис, но хуже всего, что наступает и кризис моральных ценностей. Эти факторы указывают на возрастающую в этой ситуации роль НПО. Необходимо отметить, что НПО напрямую работает с социальными проблемами, отслеживает их развитие и определяет необходимые пути решения. Мы являемся, по сути, барометром процессов, происходящих в обществе. Решая социальные задачи, мы дополняем усилия государства. В связи с этим мы считаем, что Гражданский альянс Казахстана должен стать единым ресурсным центром для всех НПО и активных граждан, который будет мостом между властью и обществом. В рамках этой миссии Гражданский альянс Казахстана выдвигает для себя следующие стратегические приоритеты. Первое. Создание сети НПО на уровне районов и аулов. Они будут посредниками между государством и населением отдаленных уголков нашей страны, решать вопросы занятости на селе и развития местного самоуправления. Второе. С целью выявления социально значимых проблем населения необходимо проведение ежегодного анализа и формирование карты социального самочувствия в разрезе регионов. Это позволит проводить профилактику социальной напряженности, а не бороться с ее последствиями. Этот опыт уже есть в фонде самого казна. Третье. С целью эффективного использования бюджетных средств необходимо проведение исследований по оценке потребностей населения в разрезе регионов. Необходимо направить выделяемые средства не на проведение парадных мероприятий, а на реальную помощь гражданам. Четвертое. Вовлечение в свою орбиту общественных активистов, людей с неудовлетворенными амбициями. Этот пул лидеров общественного мнения станет рупором предлагаемых государственных реформ. Пятое. На постоянной основе проводить анализ готовности гражданского сектора для передачи функций государственных органов. Я хотел бы сказать, что сегодня
если это возможно, может быть, включим работу неправительственных организаций в рейтинге руководителей местных исполнительных органов. Не только количество построенных дорог и красивых фонарей с фонтанами, но и работа НПО. Я думаю, что это было бы такой хорошей подвижкой вперед. И хочу сказать большое спасибо руководству страны, вам, за создание Министерства по делам религии и гражданского общества. У нас появился наш мост между вами и обществом, и мы чувствуем, что мы сегодня уже двигаемся вперед. Сау саламат болыңыздар. Рахмет. Рахмет. Отырыңыз. Келесі сөз Комеда қорының атқарушы директоры Махаббат Мақсұтханқызы Еспеноваға беріледі. Уважаемый Бахаджан Абдирович, уважаемые члены правительства, от имени Общественного фонда Комеда и 16 ресурсных центров по Казахстану я хотела бы поблагодарить за возможность НПО выступить на заседании правительства, так как подобный прецедент является ярким показателем взаимодействия государства и гражданского общества. НПО – это проводники социальных изменений, и за последние годы взаимодействие государства и НПО стало эффективнее, а значит, социальные изменения, положительные социальные изменения становятся нормой жизни. С 2016 года начали работу общественные советы. Вызывает вопрос правоприменительная сторона формирования состава общественных советов. 70% активно работающих НПО не вошли в созданные советы. Кроме того, действующие представители советов не имеют практики в организации и проведении общественного мониторинга экспертизы. Мы предлагаем свой потенциал для усиления деятельности советов в форме обучения и консультаций. В 2016 году впервые в рамках госсудзаказов Министерства по делам госслужбы и противодействию коррупции реализован проект «Гражданский контроль» во всех 16 регионах. В рамках проекта работали общественные приемные. Считаем, что такие проекты нужно продолжать с расширением формата и методов работы с населением. Инициатива прозрачности добывающих отраслей реализуется с 2005 года. Одним из вкладов инициативы стало введение в отчеты ИПДО данных о социально-инфраструктурных проектах, что позволяет населению участвовать в вопросах распределения средств на местах. Видится целесообразным применение опыта Национального совета заинтересованных сторон в деятельности общественных советов. Гражданское общество участвует в нормотворческой деятельности. НПО приняли участие в разработке законов по общественным советам, волонтерству, доступу к информации, социальным специальным услугам, конкурентной среде. Благодаря электронному правительству, о чем уже сейчас сказали, каждый житель страны имеет возможность вносить свои предложения в процессе разработки нормативно-правовых актов. Однако население, особенно сельское, проявляет низкую активность. Крайне важным видится усиление гражданского сектора в сельской местности через информирование и обучение концепции местного самоуправления. Реализация госсудзаказа через электронный портал снизила случаи коррупции в процессе госсудзаказа. Результатом совместной работы Министерства по делам религии и гражданского общества и ряда НПО в 2016 году является концепция законопроекта о внесении изменений в законодательные акты по вопросам деятельности НПО и ряд подзаконных актов. Для продолжения усовершенствования необходимо ввести индекс развития гражданского общества по регионам, произвести расчеты стоимости услуг, оказываемых НПО, систему мониторинга и оценки дополнить оценкой потребностей и оценкой влияния. Все вышеуказанное, полагаем, необходимо осуществлять на постоянной основе и по единой методологии. НПО Казахстана понимает необходимость учета иностранного финансирования, поступающего в страну. Вместе с тем выражают озабоченность введением нового вида отчетности по иностранному финансированию согласно закону о платежах и платежных системах от 26 июля 2016 года. Отчетность должна быть понятной и простой для заполнения и сдачи в налоговые органы. Мы предлагаем правительству и Министерству финансов, первое, создать межведомственную рабочую группу с участием НПО для обсуждения проблем, возникающих на начальном этапе реализации закона, для внесения дополнений и изменений в формах отчетности. Второе, предлагаем ввести мораторий на исполнение закона на полгода для уточнения и упрощения форм отчетности. Третье, синхронизировать сроки отчетности с другой налоговой отчетностью. Также НПО участвует в процессе передачи государственных услуг в конкурентную среду. Для минимизации рисков необходимо ввести в нормативно-правовую базу методику аттестации некоммерческих организаций, желающих оказывать государству функции и услуги. В заключение хотелось бы отметить, что мы готовы к детальному обсуждению введения изменений и дополнений. Спасибо.
Рахмет, отырыңыз. Келесі сөз Арго азаматтық қоғамды дамыту қауымдастығының атқарушы директоры Жәмиля Қасымқызы Асановаға беріледі. Уважаемый Бахаджан Абдирович, уважаемые члены правительства, Ассоциация развития гражданского общества АРГО – это казахстанская сеть профессиональных организаций, оказывающих около 20 лет услуги как в Республике Казахстан, так и в Центральной Азии и в странах СНГ. Исходя из нашего опыта, мне хотелось бы остановиться на некоторых вопросах развития некоммерческих организаций. Первое. Медиация между властью и населением. Одной из эффективных инноваций в Казахстане можно назвать создание консультативно-совещательного органа КСО, диалоговой площадки по человеческому измерению при МИД РК, в работе которого участвуют как представители государственного сектора, около 30 неправительственных организаций. В качестве наблюдателей в работе КСО присутствуют международные организации и доноры. КСО разрабатываются рекомендации, которые согласовываются с уполномоченными органами, и часть из них принимаются. На примере КСО можно сделать предложение приглашать к диалогу не только некоммерческие организации социального блока, но и работающие в области прав человека, а также созданные общественные советы и другие совещательные органы при министерствах и на местном уровне могут использовать такую модель взаимодействия. Второе. Государственный социальный заказ. Да, уже более 10 лет реализуется в Республике Казахстан. С одной стороны, из года в год увеличивается объем финансирования. С другой, важно понимать, что не количество проведенных семинаров, конференций, выставок и так далее являются результатом, а какой именно социальный эффект или воздействие имеют результаты настоящей программы. В связи с этим конкретное предложение по организации комплексной независимой оценки эффективности и воздействия проектов, которые уже были реализованы за 10 лет в рамках государственного социального заказа. Третье. Устойчивость некоммерческих организаций и вопросы внутреннего развития. Одним из элементов устойчивости НПО является диверсификация источников финансирования. НПО должны иметь разные источники финансирования от государства, от бизнеса, международных организаций, а также могут оказывать платные услуги, то есть развивать социальные предприятия. Прибыль от таких услуг должна идти на уставные цели, и это позволяет нынешнее законодательство в стране. Модели устойчивости НПО также включают такие сферы, как правовая среда, операционное управление, умение продвигать интересы своих целевых групп, стратегическое управление и так далее. В качестве предложения в Казахстане важно определить свою модель для измерения индекса устойчивости НПО и проводить такой анализ на постоянной основе. Четвертое. О новой роли некоммерческих организаций. Учитывая взаимозависимость стран Центральной Азии и региона СНГ в целом, жизненно важным является не только сотрудничество стран на уровне правительств, а также участие НПО в международных инициативах стран и регионов. Например, такие как цели устойчивого развития, международные конвенции, региональные интеграционные процессы, включая «Шелковый путь» и другие. В связи с этим есть предложение интегрировать некоммерческие организации Казахстана в международные региональные инициативы. И подводя итоги своего выступления, хотелось бы поблагодарить за возможность действительно некоммерческих организаций выступить на заседании правительства, а также сказать, что некоммерческие организации уже на протяжении 25 лет являются важным стратегическим партнером государства в вопросах социальной стабильности в Казахстане. Благодарю за внимание. Спасибо. Присаживайтесь. Бірқатар өңірлердің басшыларын тыңдайық. Маңғыстау облысы Алексей Ергулы Айдарбаев. Құрметті Бақытжан Әбдірұлы, Маңғыстау облысында мемлекеттік органдар мен азаматтық қоғам институттары арасында қарым-қатынас жүйелі түрде қалыптасқан, оның ішінде үкіметтік емес ұйымдарға ерекше назар бөлінеді. Өңірімізде 424 үкіметтік емес ұйым ресми түрде тіркелген, олардың 382-сі қазіргі кезде жұмыс атқаруда, ал 90-ы белсенді қызмет етеді. Жыл сайын мемлекеттік әлеуметтік тапсырысқа бөлінген қаражат көлемі әлеуметтік жобалармен қамтылған тұрғындар саны ұлғайып келеді. Барлық қалалар мен аудандарда үкіметтік емес ұйымдармен жұмыс жасайтын тұрғындардың азаматтық бастамаларын қолдайтын ресурстар орталықтар ашылған. Мемлекеттік органдар мен үкіметтік емес ұйымдар бірлесіп елбасының саясатын түсіндіру және насихаттау барысында жұмыс атқарып жатыр. Уважаемые коллеги, в неправительственном секторе региона занято свыше 1500 человек. Поддержка НПО осуществляется через ресурсные центры.
С учетом высокой мобильности и активной гражданской позиции потенциал третьего сектора используется в экспертной работе при подготовке общественно значимых решений, обсуждении проектов бюджета, программ развития территории, проведении адресной работы среди целевых групп. Исходя из этого, ежегодно увеличится объем средств на реализацию государственного социального заказа. Так, в 2006 году объем госсоцзаказа составлял 14 миллионов тенге, в 2016 году 240 миллионов тенге. При этом социальный заказ ориентирован на повышение качества жизни граждан, решение социальных вопросов. К примеру, результатом партнерского взаимодействия госорганов, НПО и бизнеса стало открытие в прошлом году кризисного центра с приютом для жертв бытового насилия. Безусловно, координатором всей работы и действенным инструментом формирования конструктивного диалога выступает областной совет по взаимодействию с НПО. Аналогичные консультативно-совещательные органы созданы и работают на городском и районных уровнях. Акиматом в рамках реализации национального плана по развитию взаимодействия НПО и государства на 2016-2020 годы проведен анализ состояния неправительственного сектора с учетом задач плана нации. Так, в рамках 97-го шага предусмотрена передача несвойственных государству функций самоуправляемым организациям. Однако, на практике привлечения НПО в процесс развития местного самоуправления, внедрение самостоятельного бюджета местного сообщества требует знаний и навыков. В этой связи акиматом приняты следующие меры. Первое. Организовано бесплатное обучение 26 лидеров некоммерческого сектора по программе NBA менеджмент в сфере НПО. Кроме того, порядка 20 НПО обеспечены служебными помещениями на безвозмездной основе. Второе. В области активно внедряется принцип отраслевого сотрудничества на основе анализа потребностей региона, предложений общественных советов и НПО. По итогам прошлого года 18 местных исполнительных органов участвовали в реализации социально значимых проектов. Данное сотрудничество отвечает прежде всего интересам госоргана, поскольку пул профильных НПО становится проводником государственной политики. Третье. Акиматом проводится работа по формированию положительного имиджа НПО как лидеров общественного мнения. Для этого на областном телеканале «Казахстан Актау» открыта программа «Третий сектор». Программа также используется как площадка для проведения информационно-разъяснительной работы среди населения. В целом, принимаемые нами меры способствуют повышению качества и эффективности предоставляемых услуг, осуществляющих в рамках взаимодействия госорганов и НПО. Благодарю за внимание. Рахмет, келесі сөз Қазақстан облысының әкімі Ерханзаұлы Сұлтановқа берілді. Уважаемый Бахтиян Абдирович, уважаемые коллеги, в области зарегистрировано 308 неправительственных организаций, 82 из которых действуют в районах области. В сфере деятельности НПО региона занято более 2000 человек. При акимате области действует Совет по сотрудничеству и взаимодействию с неправительственными организациями, в состав которого входит более половины представителей НПО. Представители активных НПО, лидеры общественного мнения в ходе состава общественного совета при маслихатах всех уровней Ассамблеи народа Казахстана. Мы сегодня услышали и рассмотрим дополнительные составы общественных советов, чтобы усилить представителями НПО. Совместно с Департаментом государственных доходов и юстиции, с представителями неправительственного сектора проводится персональная работа по формированию сведений базы данных НПО. От СКО сегодня зарегистрировано 120 НПО. Эта работа будет продолжена. По итогам прошлого года в регионе установлены бездействующих 60 НПО, 6 из них ликвидированы по суду. Также работа будет продолжена. На сегодня большой блок работы исполнительных органов власти связан с привлечением НПО к решению важных социально значимых вопросов. Это прежде всего реализация проектов, нацеленных на поддержку социального уязвимых слоев населения. Для людей с ограниченными возможностями в областном центре организованы специальные транспортные услуги, службы инватакси и социальные такси. На эти цели в 2016 году из бюджета выделено 13 миллионов тенге, и более 7 тысяч человек стали получателями данной услуги. Особое внимание уделяется совершенствованию системы государственного социального заказа. На текущий год финансирование увеличено в 2 раза и составило 194 миллиона тенге на реализацию 104 проектов. В 2016 году было 96 миллионов. В 2015-м 86 миллионов, вот прогресс здесь налицо. В целом работа по поддержке и укреплению взаимодействия НПО в области будет продолжена. Доклад окончен.
Спасибо. Эрик Хамзаевич, вот в выступлении министра было сказано, что объем госсоцзаказа по вашей области самый низкий в стране. Обратите на это внимание. Имагали Нургалиева, алпасарыңыз бар ма? Жоқ, азаматтар өз пікірлерін айтып білдірді, толықтай келсем. Жақсы, онда барлық баяндамашыларды тыңдадық. Негізінен айтылған ұсыныстардың бәрі үкіметтік емес ұйымдардың тарапынан қаралатын болады. Қажетті тапсырма Нұрлан Байзақұлы сізге тапсырамын. Барлығын жинақтап, негізгі ұсыныстарды бір шешімге келтіруге дайындалыңызды. Ну, все вопросы, которые были рассмотрены и предложены со стороны представителей НПО, Нұрлан Байзақұлы, рассмотрите, есть, ну, так, на слух есть и такие, которые потребуют детального обсуждения, анализа, чтобы ошибок не было, внимательно надо будет посмотреть. Очень больной вопрос, я как вот понял, по выступлениям, по общественным советам, мы в прошлом году это создали, хороший орган, возможно, еще там не раскачались, есть какие-то вопросы, и на это необходимо обратить внимание. Вот как господин Ерымбетов сказал, вот ваше министерство, Нұрлан Байзақұлы, это мост между нами и НПО, и со всеми остальными, поэтому эту большую работу дальше проводите. Если нет по этому вопросу других желающих выступить или внести предложение, тогда переходим ко второму вопросу. Көмір өнеркәсібін дамыту мәселесі туралы сөз министр Қанат Алдабергенұлы Бозымбаевқа беріледі. Құрметті Бақытжан Әбдірұлы, құрметті әріптестер, жедел деректер бойынша 2006 жылы көмір өндіруші компаниялар 98 миллион тонна көмір өндірді, немесе 96.5% жоспарға. 2017 жылға жоспар 100 миллион тонна көмір өндіру. Былтыр ішкі нарыққа 71.8 миллион тонна көмір жөнелтілген, ал экспорт 26.2 миллион тоннаны құрады. 2016 жылда көмір өндіру көлемінің төмендеуін себептері. Ол, бірінші, Ресей Федерация үкіметінің 2014 жылғы үкімінен 2030 жылға дейінгі кезеңге Ресей көмір өнеркәсібін дамыту бағдарламасы қабылданды. Онда Ресей электростанцияларын қазақстандық көмірді тұтынуын Кузнецкий көміріне алмастыру қарастырылған. Сонымен бірге ресейлік энергетикалық станцияларының бір бөлігі табиғи газды қолдануға ауысса, мысалы Верхний Тагильский ГРЭС, ал іске асырылып жатқан жаңа жобалар Кузнецкий көміріне ауысуда, мысалы Троицкий ГРЭС жаңа блоктары. Екінші, Қазақстанның және Ресей Федерациясының энергия өндіруші кәсіпорындары көмірді тұтынуды азайтты, сонымен қатар өзендегі судың молдылығынан байланысты су электростанцияларында электр энергиясының өндірісі 25%-ға өскен болатын. Былтыр тамыз айында премьер-министр өкімінен мемлекеттік органдар, ұлттық компаниялар, ұйымдар, көмір өндіруші компаниялар және ғылыми орталықтар өкілдерінен тұратын жұмыс тобы құрылды. Жұмыс тобы барлық қазіргі проблемалық мәселелерді қарастырды және оларды шешу бойынша қысқа мерзімді шараларды әзірледі. Ол нормативтік құқықтық сипаттағы шаралар, техникалық мәселелерді шешу бойынша шаралар және көмір экспортын ұлғайту үшін қажетті шаралар болып жатыр. Қазіргі күнде қысқа мерзімді негізгі проблемалық мәселелер шешілді. Шешілмеген бір мәселе қазақстандық көмірдің экспорты үшін Еуразиялық экономикалық одақ мүше мемлекеттері аумағындағы теңіз порттарындағы қызметтерге тең қол жеткізу мәселесі. Қазақстандық көмір өндіруші кәсіпорындар ресейлік теңіз порттары операторларының қызметтеріне қол жеткізе алмай отыр. Әрине, кедергілер бар, себебі осы терминалдар
ресейлік ірі көмір өндіруші компаниялары бақылауда ұстап отыр. Осыған байланысты, құрметті Бақытжан Абдырұлы, осы мәселені Еуразиялық экономикалық одақ шартына өзгерістермен толықтырулар енгізу үшін Еуразиялық экономикалық комиссия шеңберінде пысықтауға тиісті мемлекеттік органдарға тапсыруыңызды бүгін сұрап отырмыз. В настоящее время имеющиеся тенденции сокращения объемов добычи угля в Казахстане характерны также и для других стран. Это, безусловно, следствие мировых процессов по переходу к зеленой экономике и низкоуглеродному развитию. Тем не менее, Министерство считает необходимым усилить работу по поддержке сохранения уровня добычи угля в стране путем расширения следующих программ. По комплексной глубокой переработке угля, производству из угля дизельного топлива и других жидких синтетических продуктов. По программе по диверсификации экспортных поставок. Кроме того, как мы ранее докладывали, сегодня проводится работа по использованию шахтного метана для выработки электроэнергии, которая значительно уменьшает выбросы парниковых газов. Я имею в виду разведку и добычу метана угольных пластов в целях газоснабжения Карагандинской области и сопутствующих проектов. Необходимо отметить, что в целях устойчивого развития моногородов, в том числе занятых исключительно угледобычей, местным исполнительным органам необходимо усилить работу по диверсификации экономики моногородов, основанной на создании новых производств, переобучении кадров, развитии инфраструктурных проектов и так далее. Как пример можно привести город Экибастуз, который в этом направлении двигается. И там реализованы проекты уже, ряд проектов по железнодорожному машиностроению, построены производства по энергетическому машиностроению, развивается стройиндустрия, тепличное хозяйство и так далее. И, конечно, в этом направлении и другим регионам необходимо активно действовать. В связи с вышеизложенным, Бахытжан Абдырович, Министерство надлежащим образом разработало и утвердило план мероприятий, дорожную карту по развитию угольной промышленности на перспективу до 2030 года. В приоритет были поставлены вопросы, касающиеся улучшения экологической обстановки регионов и получения из угля продуктов высокого передела. Более подробно на вопросах углехимии и метана угольных пластов могут доложить мои коллеги из компании и научных кругов. У меня все. Благодарю за внимание. Спасибо. Присаживайтесь. Слово предоставляется исполнительному директору Республиканской ассоциации горнодобывающих и горнометаллургических предприятий Родосовцу Николаю Владимировичу. Уважаемые коллеги, большое спасибо за возможность выступить. Мы с удовлетворением, представляя интересы угольных компаний, заявляем сегодня, что рабочая группа, созданная вами, уважаемый премьер-министр, плодотворно поработал, и основные вопросы текущие решены. И в первую очередь хотелось заострить внимание на тех нюансах, которые связаны с деятельностью ряда компаний и правительства в текущем режиме. Дело в том, что в ноябре, в декабре наши угольные компании, в частности РСОР, Богатырь, Казахмыс, Шубаркуль, не были обеспечены вагоном порядка на 30%, то есть не смогли выполнить принятые обязательства. Одна из причин все-таки нехватка вагонов. И то, что происходит сейчас, требует особого внимания выстраивания новых моделей развития транспортных перевозок. Дело в том, что основная причина – это выбытие вагонного парка в России. И теперь действительно мы очень хотели бы на всю страну сказать, что в стране угля хватает, дефицитов в стране угля нет. И пусть население и посредники это знают. Сейчас в январе ситуация существенно улучшилась. Я думаю, что взаимодействие вот министерств, КТЖ, крупных грузоотправителей привело к тому, что практически полностью идет обеспечение всех регионов углем. Но тем не менее, стратегически проблема остается, и мы хотели бы высказать некоторые мысли. В первую очередь у нас порядка 300 собственников вагонов, и многие имеют по 2-3 вагона в стране.
Нужно как-то упорядочить взаимодействие этих собственников между собой, увязать и посмотреть, сколько нам вообще нужно купить вагонов. Потому что все-таки коэффициент использования подвижного состава в стране снижается. И мы очень бы просили при мире создать такую рабочую группу, которая бы оптимизировала перевозочный процесс, привела ряд мер по совершенствованию правил, которые существенно подустарели. Я имею в виду правила перевозок. Мы очень хотели бы все грузоотправители и участники рынка иметь уже в феврале новые правила перевозок, где бы серьезно повысили роль, ответственность каждого участника. Мы честно говорим, что одна из причин вообще недопоставки своевременно угля явились не только нехватка вагонов, но и в ряде случаев проблемы с тем, что несвоевременно шла погрузка и разгрузка. Поэтому требования должны быть ужесточены, и правила такие мы очень ждем. Мы готовы на площадке НПП с КТЖ представить такой вариант уже министерству в конце этого месяца. Очень важно сейчас, поддерживая то, что делает министерство, министра Бозумбаева, все-таки сказать, нам нужна стратегия, энергетическая стратегия, единая, где мы бы четко имели представление, что, какая доля будет сжигаться угля, какая должна перерабатываться, как это будет увязываться с возобновляемыми источниками, с газом, с переработкой и сжиганием нефтепродуктов. Нам такая стратегия нужна для выработки долгосрочных планов. Одна из причин того, что мы не своевременно сейчас подаем вагоны и грузим, у нас, если честно сказать, у крупных и средних компаний нет долгосрочных контрактов по углю. Мы вот на площадке КТЖ выстраивали модель, при которой очень бы хотели бы уже в феврале иметь долгосрочные контракты у всех компаний. И здесь нужна помощь, конечно, курирующего министерства. Еще один вопрос. Мы абсолютно убеждены, что нужно поддерживать экспортные контракты. У нас появился контракт роста поставки шубаркульского угля с 1 миллиона тонн в прошлом году до 4 миллионов тонн. И здесь КТЖ, надо сказать, достаточно плодотворно поработала с компанией RG и выстроен, четко соблюдается график подачи вагонов. Но такие экспортные контракты – это новые подходы в развитии угольной отрасли. Это возможности при сокращении объемов продаж в России найти рынки сбыта в Европе, в Азии. И мы такие рынки видим. Поэтому по зеленым коридорам, так называемым, где будут низкие транспортные тарифы, нужно, конечно, нам очень серьезно поработать. Потому что Россия сейчас намерена снизить, на самом деле повысить плату для перевозчиков, которые будут двигаться на дальние расстояния. А нам нужны как раз дальние сейчас расстояния при перевозке угля. И мы вот советовались и думаем, что если нам приложить все усилия, то мы сможем не только поддержать угольную отрасль, но и развить ее. Тем более, что есть очень большие перспективы с переработкой угля на месте. И последнее. Бахыжан Абдирович, мы действительно очень сожалеем, что российская сторона, обещав уже целых год, не ввела правила недискриминационного доступа. Мы поддерживаем министра Бозумбаева, что нам нужны поправки в союзный договор. Но мы очень бы вас просили лично, 10 марта в Бишкеке, как вы знаете, будет межправсовет, и член Евразийской комиссии Алдербергенов внес свое заключение о том, что российская сторона в данном случае не соблюдает договоренности, мы очень просили бы занять достаточно жесткую позицию по введению российской стороны правил недискриминационного доступа наших грузов. Это касается во многом не только угля, но и зерна. Но по углю действительно экспортные контракты могли бы получить новый толчок, если бы эти правила были введены в ближайшие месяцы. Ну, мы надеемся, месяц. В заключение хочу сказать, что угольная отрасль – это отрасль, которая напрямую не субсидируется государством. Это отрасль, которая достаточно мощный налогоплательщик. Это отрасль, которая обеспечивает занятость населения.
во многих регионах. И мы очень надеемся, что комплекс выработанных мер сегодня позволит развить и вселить уверенность у угольщиков в завтрашнем дне. Спасибо. Спасибо. Присаживайтесь. Болат Жумабекулы Бакалов. Қайырлы күн, құрметті Бақшан Абдирұлы, құрметті үкімет мүшелері. Павлодар өңірінде көмірдің республикалық көлемін 60-тан астам пайызы шығарылады. Көмір өңдейтін кәсіпорындарында 10 мыңнан астам адамдар жұмыс істейді. Бұл өнеркәсіпте жұмыспен қамтылғандарын 14 пайызын құрап отыр. Бірақ соңғы 5 жылдың ішінде өңірде көмір өндіру 18 пайызға түсті. Оның негізгі себептері бұл ішкі нарықта және экспорт бағытында көмірді пайдалану азайтып отыр. Көмір экспорты 11 пайызға төмендеді. Жалпы алғанда біз энергетика министрлігімен әзірленген іс-шаралар жоспарына сәйкес жұмыстар жасап отырмыз. Бұл алдағы уақытта көмірдің терең қайта өндіру бойынша бағыттарын іскере отыра көмірдің өнеркәсібін дамытуға мүмкіндік береді деп білемін. Бұған қосымша екі ұсыныс енгізіп отырмыз. Первое – это возможность включения в план мер по развитию экспорта угля и электроэнергии для загрузки станции. Второе – также имеется предложение по грантовому финансированию научных исследований. Мы предлагаем глубокую переработку угля выделить в отдельные приоритетные направления. Это облегчит доступ науки в сфере глубокой переработки угля к исследовательским грантам. Просим рассмотреть. Спасибо. Рахмет, слово президенту Евразиатской энергетической корпорации Гриненко Валерию Ивановичу. Добрый день, уважаемый Бахриджан Абдирович, участник заседания. Роль Евразиатской энергетической корпорации входит в состав Евразийской группы ЕЖИ. Наше предприятие является одним из крупнейших поставщиков электроэнергии для Казахстана. На долю АОЕ приходится более 17% всей вырабатываемой электроэнергии и около 20% добываемого угля Республики Казахстан. ЕК объединяет два подразделения. Угольный разрез Восточный и Сузская электростанция. Численность работников ЕК составляет 6000 человек. На разрезе Восточном добывается энергетический уголь марки КСМ, производственная мощность разреза до 22 миллионов тонн. Тем не менее, в 2016 году добыто 16 миллионов тонн, план по добыче угля в 2017 году составляет 18 миллионов тонн. В 2016 году финансирование инвестиционной программы по разрезу Восточной составило 6,3 миллиарда тенге. На 2017 год запланировано увеличение инвестиционной программы более чем в два раза, до 13,5 миллиардов тенге. Балансовые запасы угля разреза Восточный составляет более миллиарда тонн. Это более чем на 50 лет работы разреза, поэтому большие надежды мы возлагаем на план мероприятий «Дорожную карту» по развитию угольной промышленности Республики Казахстан на перспективу с учетом новых направлений до 2030 года. В частности, в результате реализации проекта по обогащению высокозонного угля на разрезе Восточный, пункт 8 «Дорожной карты», будет обеспечено снижение экологического давления на окружающую среду, повышение качества угля, снижение объемов перевозок. Именно для компенсации негативных тенденций по снижению объемов как реализации, так и потребления угля, о чем говорил в своем выступлении министр Бузумбаев, мы очень серьезно занимаемся обогащением угля с нашими коллегами по угольному бизнесу. В частности, я бы хотел просто назвать несколько цифр, Бахриджан Абдирович. Сегодня Аксусская электростанция сжигает 10 миллионов тонн угля, в том числе 43% это пустая порода. То есть 4,3 миллиона тонн пустой породы, золы, мы сначала везем из Гибастуза на Аксу 150 километров, потом ее успешно перемалываем, сжигаем и складируем на отвал. Причем до 50 тысяч тонн выбрасываем в атмосферу. В результате снижения содержания золы путем обогащения мы рассчитываем снизить на 10%. То есть мы миллион тонн оставим в разрезе пустой породы, миллион тонн не повезем, разгрузим НК и ТЖ, соответственно, миллион тонн не сожгем и миллион тонн не положим на отвал, то есть на 25% снизим экологическую нагрузку области. Надеемся на успешное осуществление этого проекта в 2017-2018 году. Мы благодарны за то внимание к проблемам добывающих отраслей, системную поддержку и решений, которые оказывает правительство. Это позволяет всем предприятиям отрасли в текущей кризисной ситуации сохранять свою конкурентоспособность и выполнять все обязательства перед бюджетом, трудовыми коллективами и обществом. Сегодня наше предприятие остро беспокоит все те же вопросы, которые от имени всех горнодобывающих предприятий озвучил
исполнительный директор АГМБР Достоевец Николай Владимирович. Особенно это обеспечено с вагонами, в том числе и экспортных перевозок. Мы также сильно пострадали по ряду объективных, субъективных причин. В частности, за ноябрь месяц 2016 года снижение отгрузки угля в связи с неприбытием 41 маршрута составило 181 тысячу тонн, в том числе на экспорт. 21 маршрут был 95 тысяч тонн за декабрь. Соответственно, снижение отгрузки угля в связи с неприбытием маршрута составило 159 тысяч тонн, на экспорт 66 тысяч тонн. Ситуация начала исправляться после ваших поручений. Уважаемый Александр Абдырович, это данных на совещании 14 декабря 2016 года, совещание по вопросам предприятия ИРЖИ. И уже по состоянию на 24 января 2017 года, по итогам совместной работы Минэнерго, МК КТЖ, Акимата Павлодарской области, увеличен объем отгрузки угля, стабилизировалась подача вагонов. Значит, на разрез восточных складах Павлодарэнерго, ТЭС-2, ТЭС-3, Алюминий Казахстан, ССГПО и у нас на ЕКИ накоплен нормативный запас угля и поддерживается в стабильном состоянии. Просим вас, уважаемый Бакыжан Абдырович, показать содействие в поддержании сети АГМП в решении проблемных вопросов и будущих процессов, особенно в осенне-зимний период. Спасибо за внимание. Доклад окончен. Спасибо. Келесі сөз Нұрмұхамбет Қанапиялы Абдырович берілет. Қайырлы күн, құрметті Бақытжан Абдырович, уважаемые коллеги. Развитие угольной промышленности, безусловно, является актуальным и важным для нашего региона. В настоящее время в области действует 11 шахт, 9 разрезов. В этой отрасли работает более 20 тысяч человек. В регионе добывается более трети общего объема республиканского добычи угля и практически весь объем коксующихся марок. В целях наращивания объемов добычи угля принимаются следующие меры. На шахтах угольного департамента ArcelorMittal Темиртау, начиная с сентября прошлого года, введены новые добычные лавы, и сейчас их количество увеличилось с 10 до 13. Начата добыча угля на выходах угольных пластов на поверхность открытым способом на двух шахтных полях. Все это позволяет по угольному департаменту планировать объем добычи текущего года до 11 миллионов тонн угля. Это практически на 9% превышает объемы прошлого года. Корпорация «Казахмыс» на двух разрезах Кучекинском и Молодежном в текущем году планируется добыть 8 миллионов 700 тысяч тонн угля с ростом на 9,5%. В январе прошлого года было введено в эксплуатацию новое угледобывающее предприятие ТО «Шубарколь Премиум», и в текущем году этим предприятием планируется добыть 2 миллиона 300 тысяч тонн угля. Это более чем в 4 раза превышает объемы прошлого года. Компании «Гефест» впервые начата добыча угля на участке открытых работ. Возобновлено производство коксового концентрата на обогатительной фабрике. Компании ТО «Казферит» в прошлом году введена в эксплуатацию новая обогатительная фабрика проектной мощностью 500 тысяч тонн в год угольного концентрата. В целом, в результате этих принятых мер по 2017 году при выполнении этих планов планируется добыть до 36 миллионов тонн угля. Это практически на 20% должно превысить итоги 2016 года. Дальнейшие перспективы угольной отрасли связаны с реализацией проектов, направленных на более глубокую переработку угля, в том числе проектов по углехимии, о чем здесь уже министром было доложено. Совместно с китайской энергетической корпорацией Цинхуа и отечественными компаниями ведется работа по реализации проекта строительства завода по производству углехимических продуктов. Предварительная стоимость этого проекта более 2,5 миллиардов долларов, проектной мощностью 2,5 миллионов тонн переработки угля с выпуском 500 тысяч тонн жидкого топлива. Здесь будет при реализации проекта возможность создать более 2000 рабочих мест. Еще одним проектом комплексным является добыча метана из угольных пластов. Разведочные работы с определением баланса метана угольных пластов планируется завершить в текущем году. После постановки на баланс и подсчета этих запасов будет проведена работа по подготовке месторождения к промышленной добыче метана. Проект, как уже говорилось, конечно, позволит нам значительно улучшить социально-экономическую обстановку, существенно повысить безопасность работ при добыче угля,
улучшить экологическую ситуацию за счет снижения выбросов метана в окружающую среду. Эти, а также другие проекты вошли в дорожную карту по развитию угольной промышленности на перспективу до 2030 года. Мы их полностью поддерживаем, будем активно принимать участие в их реализации. Решите один проблемный вопрос, связанный с угледобычей, озвучить. Он носит такой ярко выраженный социальный характер. Важной мерой стабильности на предприятиях угольных предприятий угольного департамента ArcelorMittal Темиртау является вопрос разработки и утверждения нормативов численности работников. Этот вопрос мы уже неоднократно обсуждали. Их отсутствие не позволяет эффективно контролировать и регулировать трудовые взаимоотношения между работодателем и наемными работниками. Особенно остро этот вопрос стоял в 2015 году, в период, когда ставился вопрос о существенном сокращении персонала. И тогда в большей мере административными мерами удалось этот вопрос удержать без обострений. Поэтому прошу оказать содействие в решении данного вопроса. Думаю, что только объединив усилия заинтересованных министерств, включая их соответствующие отраслевые институты, а также нас, как местных исполнительных органов, этот вопрос, носящий такой достаточно яркий социальный характер, мы решим окончательно. Просьба поддержать. Спасибо, Нурмухамбет Конопяевич. Кто должен утверждать норматив численности? Кто из министерств? Энергетики? Министерство труда и отраслевое министерство. Он связан с нормативами численности. Ясно. Тамара Касановна. Согласно Трудового кодекса, нормативы рабочих определяются непосредственно предприятием, утверждаются уполномоченным органом и приносят к нам на согласование. Поэтому этот вопрос мы знаем, и эта работа по министерствам энергетики ведется, и им нужно сначала просмотреть. Ханат Алдабергенович. Эта работа сейчас занимаемся, мы в работе этот процесс. Я думаю, в ближайшее время. Если регион ставит как проблемный вопрос, надо оперативно решать. Хорошо. Да, срок недели. Хорошо. По вопросам добычи и коммерциализации метано-угольных пластов слово предоставляется руководителю Казтрансгаза Рустаму Эдуардовичу Сулейманову. Уважаемый Бахаджан Абдирович, уважаемые участники совещания, на сегодняшний день метаноугольных пластов добывается вплотную в 4 странах мира. Это США, Австралия, Канада и Китай. Но у нас в Казахстане очень большие перспективы, потому что по исследованиям компании Ernst & Young и Schlumberger, только в угольных пластах Карагандинской области имеются ресурсы в размере 550 миллиардов кубов. С 2015 года по заданию, поручению президента нашей страны, по организации разведки добычи метаноугольных пластов Казтрансгаз приступила к реализации проекта на Широбайнуринском угленосном районе Карагандинского угольного бассейна. Контракт на недропользование принадлежит СПК СРРК. На сегодняшний момент мы уже пробурили 8 скважин, из них 3 разведочные и 5 опытно-промышленные, получили первый газ и проводим дальнейшее освоение. Результаты керна, которые мы отобрали со скважины, мы разослали в ведущие лаборатории мира, в Америку, Европу и в Китай. И получили заключение, что угленосность нашего угля, она соизмерима аналогично с крупнейшими месторождениями в Америке Black Warrior, которым добывается 1,5 миллиарда кубов. У нас на тонну угля приходится от 10 до 12 кубов газа. В настоящее время международная нефтегазосервисная компания Baker Hughes, которая имеет большой опыт работы в реализации крупнейших проектов добычи метана в Австралии, в Индии, в США и в Китае, ведется разработка технико-экономического обоснования по перспективности добычи газа и его коммерциализации на Широбайнуринском угленосном районе Карагандинского угольного бассейна. Срок окончания завершения ТЭО будет второй квартал 2017 года. В этом году, в начале, в первом квартале, мы планируем еще пробурить дополнительные 3 скважины и продолжить работы. Решение о дальнейшей реализации проекта будет приниматься после завершения всех геологоразведочных работ и переговоров с потенциальным инвестором во втором квартале 2017 года. И уже в первом квартале мы в феврале планируем переговоры с Министерством энергетики с китайской синьцзянской нефтяной компанией Гуанхэй по вопросу создания совместного предприятия с Казтрансгазом
для реализации проекта разведки добычи угольного метана. Ну и объем добычи газа и объем капитальных вложений в проект будет рассчитан, как я сказал, при результатах ТЭО, которое будет завершено во втором квартале. Хочется добавить, что при поддержке Министерства и парламента республики проведена работа по получению необходимых инвестиционных преференций. Главой государства в апреле 2016 года подписан закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам перехода Республики Казахстан к зеленой экономике, в рамках которого утверждена государственная поддержка деятельности по добыче метаноугольных пластов в части получения налоговых преференций, инвестиционных преференций. Вместе с тем хочу обозначить ряд сдерживающих факторов, решение которых позволит развить данное направление по разведке метаноугольных пластов. Во-первых, конечно, проводимая сейчас работа Казтрансгазом, она недостаточная, потому что для подтверждения всего газового потенциала и возможности промышленной разработки метана нужна целенаправленная, полномасштабная геологоразведочная работа с привлечением инвесторов и господдержки. И второе, учитывая успешный международный опыт, необходимо создание сопутствующей научно-исследовательской базы на основе действующих научных и образовательных учреждений, а также совершенствование законодательных механизмов финансирования научно-исследовательской работы. Спасибо за внимание. Спасибо. Присаживайтесь. Сөз көмір химиясы және технологиялар институтының директоры Болот Төлеуханұлы Ермағанбетовке беріледі. Құрметті Бақытжан Әбдірұлы, құрметті үкімет мүшелері. Қазақ жері көмірге бай, ал енді көмірді тек қана өндіріп қана қоймай, оның өңдеу технологияны дамыту кезек күттірмейтін мәселе. Және ол экономикасының көрі тамыры болып табылады. Сондықтан көмір химиясын үкімет отырысында талқылап, шешім қабылдау және оны орындау өте маңызды мәселе болып отыр. Уголь становится не только сырьем для энергетики, но и альтернативным источником для продуктов химической и нефтехимической промышленности. На сегодняшний день у нас в стране промышленно освоены только два процесса. Это производство кокса и полукокса для металлургической промышленности. Приведу два примера, почему надо развивать углехимию. В стране существует 6500 малых котельных и в районных центрах, крупных селах, где за последнее время произошло 26 аварийных взрывов от износа оборудования. Мы считаем, необходимо пересмотреть технологию сжигания и перевести котельные на горючий газ из угля. Технология газификации освоена учеными и инженерами нашего института. Технология, тем более, разных вариантах. На опытно-экспериментальном газоуглехимическом комплексе «Казахстан», расположенном на Сарадырском угольном разрезе. Автоматизированный мини-завод с полным технологическим циклом может переработать до 10 тонн угля в сутки и выработать жидкие моторные топлива из синтетического газа из угля и твердых бытовых отходов, которые накопились десятки миллионов тонн. Технология разработана отечественными учеными, инженерами и защищена несколькими патентами Республики Казахстан и Евразийским патентом. Химические аппараты и оборудование мини-завода изготовлены на казахстанском заводе АО ПЗТМ и имеют сертификаты качества, монтаж, пуск, наладку, а также проводили казахстанское предприятие. Это свидетельствует о том, что наша страна имеет высокий производственный и интеллектуальный потенциал. Кроме того, комплексом можно переработать биомассу, сланцы, твердые бытовые отходы и другие органические сырье, отрабатывать технологические регламенты процессы производства различных продуктов. Опытный экспериментальный комплекс – это основа нашего будущего промышленного комплекса. Вторая проблема – это утилизация СО2 или углекислого газа, как мы говорим, парниковый газ. В настоящее время отрабатывается технология получения наноструктурированных сорбентов, нанокомпозитных материалов, катализаторов на основе продуктов утилизации углекислого газа – сажи. Углеродные нанотрубки и нановолокно широко применяются для производства сверхпрочных материалов. Нас просто заставят закупать и переработать или захоронить углекислый газ при превышении нормы выбросов ТЭЦ, поскольку до 2020 года наша страна должна сократить выбросы на 30% по Парижской конвенции. В стране в разных научных учреждениях отработаны десятки технологий по производству углехимических продуктов. Однако они не находят применения из-за отсутствия опытных экспериментальных площадок. Необходим механизм
для сближения интересов государства, бизнеса и науки. Думаю, что такой механизм возможен только через образование промышленных консорциумов, в составе которого будут заинтересованы угледобывающие компании, разработчики, институты и комитет науки Министерства образования и науки в лице офисов коммерциализации и другой уполномоченный орган. Считаю, что такой консорциум даст свои плоды. Наша угольная промышленность должна отходить от сырьевой направленности и переходить в перерабатывающую отрасль. До 30-го года мы должны переработать до 15-20 миллионов тонн угля. Анализ цепочки добавленной стоимости по отдельным направлениям переработки угля доказывает высокую рентабельность получения химических продуктов из угля, сверхприбыльность углеродных материалов. Так, по отдельным продуктам, по отдельным видам химической продукции стоимость конечного продукта превышает стоимость сырья в 17 раз, а по видам углеродных материалов стоимость продукта, сорбента, превышает 450 раз. Значит, выгодно заняться глубокой переработкой угля и продавать на рынок продукты с высокой добавленной стоимостью. Уважаемый Бахтиян Абдирович, в связи с этим прошу поддержать наше предложение выделить отдельной строкой финансирование, гранты финансирования целевой государственной научно-технической программы по углехимии, внести предложение в НТК для рассмотрения. Второе. Создать промышленный консорциум для сближения государства, бизнеса и науки на базе углехимического комплекса «Казахстан», то Институт химии и угля технологии на Сарадырском угольном разрезе по принципу государственно-частного партнерства. В лице государства может выступить фонд «Самрук Энерго» или другие уполномоченные органы. При рациональном использовании угля и организации наукоемких производств с получением продуктов высокого передела и высокой добавленной стоимости у нас есть возможность перспективы переработать до ближайшей перспективы до 2-3 миллионов тонн угля. Спасибо за внимание. Спасибо, присаживайтесь. Алпысбаев, прокомментируйте, пожалуйста, по подвижным составам. С места можно. Уважаемый Бахтиян Абдирович, уважаемые участники совещания, в целях обеспечения вывоза угля для нужд республики, а также обеспечения его экспортного потенциала, предлагаем на рассмотрение следующие системные меры. Первое. Как было отмечено Министерству инвестиций и развития КТЖ, а также с привлечением Национальной палаты предпринимателей, провести работу по изменению существующих правил перевозок в целях долгосрочного планирования, а также упорядочить ответственности всех участников перевозочного процесса. Второе. Предлагаем отработать механизмы по заключению долгосрочных договоров между теплоэлектростанциями, а также участниками рынка услуг. Бахтиян Абдирович, данная мера позволит нам, КТЖ, как системообразующему предприятию, привлекать парк ЖД-администрации соседних стран для покрытия дефицита в случае необходимости. Третье. Предлагаем поручить Министерству энергетики совместно с акиматами рассмотреть механизм равномерности заготовки угля внутри страны для перевозки для нужд теплоэлектростанций. Как было отмечено, Бахтиян Абдирович, в среднесрочной перспективе потребуется обновление порядка 20 тысяч вагонов до 2020 года. Соответственно, просим правительство продолжить программу по поддержке транспортного машиностроения, которая позволит КТЖ, а также частным операторам своевременно приобретать и обновлять подвижной состав казахстанского производства. Спасибо. Спасибо за предложение, но, Канат Калевич, в то же время вам надо самим активно работать. Да, много вопросов задают, присаживайтесь, много вопросов вам задают, и решайте. Есть у акимов еще вопросы? Аскар Узакбаевич, у вас? Конечно, нам нужно учитывать тренды, которые происходят в отрасли, и в том числе и в соседних, на соседних рынках. Например, Россия до 2030 года планирует увеличить объем производства угля почти до 500 миллионов тонн, с 400 до 500 миллионов тонн. Это их политика, они это ведут. Кроме плюс замена экибастузских углей на кузнецкие угли, это тоже определенное ограничение для доступа на российский рынок. Сформируют. Поэтому нам надо, конечно, смотреть по новым рынкам. В этой связи новая логистика, эффективные логистические решения, все это, конечно, должно сработать на то, чтобы не потерять экспортный потенциал.
то же время Китай до 200 миллионов тонн увеличил импорт угля. Нам надо посмотреть, есть ли возможность у нас поставки угля, увеличение объемов экспорта на китайский рынок. Это тоже достаточно большой рынок. И 200 миллионов тонн по итогам, более 200 миллионов тонн по итогам прошлого года импортированного угля на рынок Китая. Ну и выход с разных стран. В основном это, конечно, морские поставки. Посмотреть, есть ли возможность у нас приграничные регионы освоить по углю. И, конечно, выход переработки угля, о чем сегодня много говорили. Над этим надо будет работать. Ясно. В общем, смотреть надо на перспективу. Понятно, мы несколько лет говорим о том, что вот российская сторона уменьшает закуп угля. Понятно, как бы мы ни говорили, что все станции, которые были ориентированы на кировосводскую уголь, не могут использовать другой уголь, кузбасский, к примеру. Но технологии сегодня развиваются очень быстро, и проблем нет. Мы в скором времени полностью можем даже потерять тот рынок, который мы сегодня имеем по России. Поэтому работу надо ставить на другой лад. Касательно поставки в Европу, вот, вопрос по доступу к морским портам. Вопрос с хвостом. Давно мы рассматриваем на разных площадках. Готовы еще раз в Бишкеке рассмотреть. Оскар Закупаевич, готовьте соответствующее решение. Заранее надо направить письмо, чтобы этот вопрос снова включили в повестку дня. Хотя в прошлом году премьер-министр Российской Федерации давал поручение о подготовке соответствующего проекта постановления. Они должны были этот вопрос обсудить и решить, принять правительственные документы еще в сентябре-октябре. Давайте еще раз к этому вопросу вернемся. Есть много нюансов. Николай Владимирович, вы знаете, там, мы вам об этом говорили, что необходима база, от чего они должны отталкиваться. Здесь есть некоторые спорные моменты, и над этим надо работать. В общем, правильно вы сейчас поднимали экологическую составляющую. На самом деле, Оскар Закупаевич, надо быть над этим тоже проработать. Сейчас про Екибастуз говорили. Все, кто там бывал, прекрасно понимают экологию. Здесь необходимо какие-то там принять решения. В этой связи очень важно там развитие углехимии, добыча метана из угольных пластов. Мы специально сегодня специалистов пригласили, чтобы они поделились своим опытом, мнением. Если надо будет, давайте мы там по части финансирования, скажу, посмотрите, там, каким образом это может, но это будущее. Потому что вот сейчас вы говорите, Китай экспортирует 200 миллионов тонн по прошлому году. Вернее, импортирует 200 миллионов тонн, увеличил. У меня есть данные, что правительство Китая приняло решение о сокращении добычи на 500 миллионов тонн к 2020 году. То есть они у себя за счет, в рамках принятых решений по экономике, по экологии, они в рамках новой реальности, как они говорят, они сокращают добычу угля. Поэтому здесь с какой стороны они сокращают, я имею в виду территориально, и в какой части они завозят уголь и импортируют уголь. Поэтому к этому вопросу необходимо время от времени возвращаться. Оскар Закупаевич, вы более подробно у себя на совещаниях далее рассматриваете. Уважаемые коллеги, повестка дня сегодняшнего заседания исчерпана. Приглашенные могут быть свободными. Прессе регионам спасибо.